Австралия и Индия значительно расширяют сотрудничество между собой в самых разных областях. Премьер-министр южноазиатского государства Нарендра Моди выступил перед палатами австралийского федерального парламента в Канберре. По его словам, одной из приоритетных задач является установление всестороннего экономического партнерства с зеленым континентом. Моди отметил заинтересованность Нью-Дели в импорте угля и других энергетических ресурсов из Австралии. Особую важность в этой связи имеет индийская программа атомной энергетики. Мы рассматриваем Австралию как ключевого партнера Индии, вставшей на путь прогресса и благосостояния. Мы также должны работать вместе на морях, сотрудничать на международных форумах, поддерживать друг друга во всех сферах. Австралия, относящаяся к числу ведущих экспортеров урановой руды, получает возможность участвовать в реализации одной из крупнейших мирных атомных программ. Кроме того, Нью-Дели и Канберра намерены развивать военное сотрудничество. Напомню, с начала этого года Австралия подписала договор о свободной торговле с Республикой Корея и Японией, а в минувший понедельник подписала соглашение с Китаем.